Мы называем это джекпотом. Случилось не что-то одно, а все сразу. И все это набрало обороты. Даже сейчас мы спорим, когда именно все началось. Но это уже началось в моем времени. Да. Здесь приятно гулять. Она имеет право знать, мистер Недертон. Моральное право. Вышли мне чертов код. Что это? Наше прошлое, твое будущее. Что-то вроде музея. Каждая из этих фигур символизирует отдельный этап джекпота. Почему джекпот? Полагаю, это черный юмор и не так зловеще, как апокалипсис. Этот момент считается поворотным. После него дороги назад уже не было, джекпот было не остановить. Североамериканскую электросеть взломали. Абсолютная темнота. Несколько месяцев на всем материке. Это стало повторяться все чаще. По всему миру. Всего через 7 лет в моем мире. Пандемия. Филовирус. Мы называли его кровавой чумой. Он поражал внутренние органы. Печень, селезенка, кишечник наполнялись кровью, и живот разрывало. Экологическая катастрофа. Засухи, голод, антибиотики не работают. Потом коллапс сельского хозяйства. Демографический коллапс. Больше 7 миллиардов людей за какие-то 40 лет. А потом пришел конец. Внутренний теракт в Америке. Взорвали пусковую шахту ядерной ракеты. Спринг-Крик, Северная Каролина. Господи, я там живу.